Люблю веселых ребят. Малыш, еще разок. Подержи, пожалуйста. Прошу. Ну что, выпьем, чтобы не терять время? Нет, подождите. Надо дождаться отца. Нет, ну подождем, но... Через полчаса я ухожу. Вот жизнь, да? Регламент. Чуть что опоздал, лучше на губу. Наверное, тяжело. Ну, я не жалуюсь. А что у вас полагается за опоздание? Я никогда не опаздывал. И я не сомневался. Ничего страшного. Даже если сегодня ты опоздаешь. Один раз можно. Ну, а зачем мне опаздывать? Да, зачем ему опаздывать? Да, правда, мне на зачем? Задержишься. Зачем? Задержишься и все. Если необходимо, я готов. Но просто так, извини, я не вижу в этом никакого смысла. Правильно, Курсак, не поддавайся. Дисциплина превыше всего. Да дело не в этом. Просто я дал себе слово не опаздывать. А свое слово я уважаю. Не слушайте ее, Курсак. Главное, это быть принципиально. Да ладно, принцип. Мужиком быть надо. Нет. Погоди, дело не вы. Понимаете? Архаровцы. Добрый вечер. О, извините. Ну что ж, приятно, так сказать, наконец, видеть вас, молодой человек, воочию. Да. Простите. Проходите.